Очень удобно. Евгений Сергеевич очень доволен. Это для него было сделано. Очень ему понравилось, что и мы очень благодарны администрации за внимание, за заботу и за то, что вот это вот сделали такое устройство. Это лишь первые впечатления супруги Евгения Бруяка после того, как подъезд переоборудовали. С первого до второго этажа рабочие установили дополнительные перила. И теперь подниматься и спускаться по лестнице мужчине стало гораздо легче. И это не единственный объект, который стал удобнее для маломобильных людей. Например, в 31-м доме 3-го микрорайона в подъезде, где проживает мужчина-инвалид, установили пандус, расширили входную группу. С 30 апреля нам устанавливали вот этот пандус. Ребята работали в праздничные дни и допоздна работали, до 8, до 9 часов работали. Всего бригада произвела работы по 12 адресам в разных микрорайонах города. Так, в течение месяца где-то оборудовали пандусы, где-то постелили антискользящее покрытие, расширили дверные проемы. Домов у нас, ну, по крупным работам, 4 дома. Это вот 4-й дом что-то делаем уже. Как отмечает глава города Андрей Гаранин, забота о маломобильных горожанах – одно из приоритетных направлений работы администрации. Только в этом году на обустройство 12 жилых домов было выделено почти 1,5 миллиона рублей. Все работы согласованы и выполнены по пожеланиям самих жителей. Действительно, в этом году мы сделали очень большое количество ремонтных работ, связанных с обеспечением доступности для наших маломобильных граждан. Это и где-то пандусы установили, где-то расширили дверные проемы, где-то убрали пороги, где-то тактильные плитки. В общем, мы сделали все, что нужно для того, чтобы наши жители, у которых есть в этом необходимость, чтобы они могли спокойно, а главное, безопасно посещать свои дворы и гулять по улицам нашего города. В Губкинском проживает 596 людей с ограниченными возможностями здоровья. 20 из них – инвалиды-колясочники. Сегодня для них по программе «Доступная среда» не только создают возможности для передвижения и посещения различных учреждений, но и обеспечивают комфортные условия проживания. За годы реализации программы в Губкинском переоборудовано более 40 жилых домов и около 40 объектов социальной инфраструктуры. Работы ведутся поэтапно и будут продолжены. Елена Канина, Олег Короткевич, Денис Гимп, новости Губкинского.